так вот, я видел пульку. На уголках вот так. Да-да-да. Ну, уголками можно просто лепить. Не, уголками нормально будет. Чтобы а вот уголком, так... нет, видишь, там уголком, если там делаешь, то там, нет, не получается. Там по-другому будет с клипом. А? Клип снимает, не дает никому поговорить. Не говорю, бля, вообще никак. Но так же это самое. Вот видишь. Лучше просто двумя лентами укрепи. Это что, китаец, нет? Ну да. Хорошая штука. О, а что? Думаешь, соскользнет? Вот болты вот эти откручивай и все. Резинку. Надо что, тронется? Резинку там вот сюда вот сделай. Смотри, а он может быть... Что, типа, сколько-то? Вот тебе как раз 15 сантиметров. Нет, нет, это и нет. Дело в том, можно хоть поднять. Он же вовнутрь не войдет. А тронется. А ты ее... Обрезать? Ну, конечно. А что это тебе? Потом этот, блин, от тебя удержит. Вот эти, да, 15 сантиметров. Как. Ну, зато если поднимешь высоко, его уже потом, парень, не опустишь. Вот что проблема-то? Ну, будешь пилить. Так, пилить. Ну и что? Он же сварен уже все. Алюминиевый сварен. А может, проще ли его сразу уже? А нет, там доски уже. Там фонарь пистолет. Ну, конечно, так отпилишь, да и все. Амотовую, да? Сейчас, Рита, сейчас, секунду, я сейчас. Слышишь? Да. А если вот это вот ты же обрезал, так и заварить-то потом уже, можешь спокойно? Ну, когда сварочный придет, ты тебе... А говорю. Если прикрутить его вообще наружу, ты имеешь, прикрутить, а то... А, с другой стороны. Понял? Просто прикрутить к этим болтами, к этому. Длинными такими болтами. Ну, а он это можно торчать. Тоже, почему нет? Правильно, Толя? Только ты установи сначала, какой тебе нужно. Высоту. Высоту. А как определить? Я про это и говорю, что кто-то... Только деревяшку спускать, я тебе говорю, что. Больше никак. Потому что когда... Где-то на пустой, где-то вот так вот, да? Где-то вот, да, вот, да, да, вот, да. Вот. Короче, я ехал вот это все, вот это вот на 25-ке, это все в воде. Вот совсем, чтобы... Брызги летят страшенно. Не надо. Это совсем пустую надо... Почему? Потому что ты же не будешь совсем на пустой ездить. Ну, конечно, груз, то есть раз какой-то, да, же вот, будет. То есть вот пустая, вот у меня вообще там... Да вот по этому сделать. Вот так идет у тебя пустая, да? И спокойно хватает, да? Но она потом сама же заглубляет. Вот это можно сверху прикрутить, и будет нормально. Постой, пожалуйста. Да. Не туда транец засовывать, вовнуть, Толя, а прямо сверху, сзади, и все. Верно? Прям на него одевай. Вот так, нет, нет. Он, видишь, там транец очень толстый. Его надо топить туда. А это прям прикрутил сквозь болты. Пускай оно так торчит лучше. Эти, ну, длинные болты будут. Ну, длинные есть. Болты надо найти. И все, он удержит ее спокойно. Такой зверь прям согнет, прям там деваться некуда. Только ты там между ними-то вот поставь что-нибудь. Деревяшку ты имеешь, да? Да, там. Что-то. Загнать ее туда. Деревяшку толстую, хорошую. И сквозь нее закрепить. А можно не сквозь, а можно прям сбоку. Два эти. Или посередке вон. Ну вот, вытащить боку сюда. А вот посередке, да, да, да. А, и... а ты имеешь свои дети, да. Их не надо вообще даже сам. Просто посмотри туда. Как определить, ты говоришь, как? Водку спускай. А, вот. Хорошо. Вот этот. Одеваешь мотор сперва. Просто сперва одеть его и прокатиться там, да, получается. Посмотрите, как она будет истопить, при газу давать будет. Потопление ее не будет. Уже сильно глубоко сидит это. Сейчас водку маленькую убрали у меня. Короба и горек туда, и 5 человек на ней земле. Ну, это вот эта вот? Маленькая лодочка. И вот они говорят, газа дойдем уже. И прямо глубина такая, глубина, и мотор глубоко садится.